Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Бенго! Здорово, представься. Здорово, GoKiller. Какой самый главный выбор в жизни ты сделал? Самый главный выбор я сделал, когда я завел себе карточку Сбербанка, сучки. Сбербанка! Спасибо. Привет, представься, пожалуйста. Я Эдик. Какой главный выбор в жизни ты сделал? Блять, сосать хуй. Спасибо большое. Пожалуйста. Йоу, ребята, напоминаю, что через пару... Приходите на концерт! Через пару часов... Там будет весело! Через пару часов... А именно 18:00 приходите в клуб Юпитер! Будем качать весь Питер! Красивый. Ага. Вот я не умею эту тему делать. OG! Lifestyle! Yeah! Как вам такое начало? Белый, белый, белый. Ребят, посмотреть или потусоваться? Привет, представься, пожалуйста. Рома Раймер. Какой самый главный выбор в жизни ты сделал? Сегодня пошел на выборы с молдавским паспортом, не пустили, нет права голоса. Провокация, спасибо. Привет, привет, представься, пожалуйста. Привет. Какой самый главный выбор в жизни ты сделал? Я выпил пиво. Оно охуенное. Спасибо. Привет, представься, пожалуйста. Джиглипуф. Какой главный выбор в жизни ты сделал? Вчера, короче, раздача была. Я, значит, в покере. Я иду на 5-6 кресел, против меня туз 7, короче. Он идет в до конца, короче. И я понимаю, что, короче, он ставит, а у него нихуя нет. Я вот чувствую это, но он ставит много. А я понимаю, что у меня есть одна там на четверках пара ебаная. Я беру, калирую, банк срываю. Привет, представься, пожалуйста. Деревенский меня. Слушай, а какой самый главный выбор в жизни ты сделал? Я выбрал рэп. Точнее, рэп выбрал меня. Ребята, мы находимся сейчас в Санкт-Петербурге. Если ты не идешь на наш концерт, земля тебе пуховиком. Какая красота. Красота. Красота какая, да. А я умею так делать. Вот это Петербург. Мы уже... подходим к нашему клубешнику, где сегодня будет концертик. Если ты еще не купил билет, то земля тебе пуховиком, братан. Красота питерская, питерская красота. Влог снимаем. А, Рома, что не видно? Привет, представься, пожалуйста. Салют всем, сияем на лица за деньги. Какой главный выбор в жизни ты сделал? Сбреба! Бля, сколько спонсорских интеграций, блядь, в моих сторис. Привет, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Дима. Какой главный выбор в жизни ты сделал, Дима? Я сделал выбор в пользу того, что, блядь, рэп это моё. Охуенно, спасибо. Привет, представься, пожалуйста. Грайм пожарный.
Какой самый главный выбор в жизни ты сделал? Ну, я знал, что ты отмочишь. Спасибо. Пока ты его тушишь. Нет, представься, пожалуйста. Реально, это обязательно? Можешь. Меня зовут человек, и я, короче, здесь нахожусь. Какой главный выбор в жизни ты сделал? Я сделал выбор в пользу, блять, курения наркотиков. Привет, представься, пожалуйста. Какой самый главный выбор в жизни ты сделал? Спасибо. Продал на коту, эй, все, что я люблю, эй, тренер Джимми Чу. Кот черный, кот, кот бегемот. Детка, эти псы давно не стоят твоих слез. Заиграю с тобой, но все не всерьез. Детка, все эти ублюдки знают, кто здесь босс. Я так-то бы и не стал бы, да, если бы он мне должен был бы сотку, я бы забыл, но типа я там удобный диктатор, заботливый, да, заботиться о своем кореше, вот о нем. Я в дерьмо целый день, целый день, целый день. Бо-бо-бо. Я, чуваки, только не курите травку, блядь, это как бы только для нас. Камуфляж и песня с болотная. Старый пёс, как группа Дидо. Ты не ночь, бойка.
как Бородино. Фредди, Эки, 47, сбрил их под ноль. Эки, 47, мой, ведь мой внутренний демон.